Компания «Ядрино молоко» является одним из крупнейших производителей натуральных молочных продуктов Поволжья. В минувшие выходные она отпраздновала свое 85-летие. Завод начал свое существование еще в 1931 году. Пройдя для всей страны разные периоды жизни, военные и послевоенные годы, перестройку и кризис, предприятие не просто продолжает существовать, но и активно развивается. На сегодняшний день можно уверенно сказать, что завод «Ядрино молоко» является всероссийским производителем. Его продукция поставляется в магазины не только Чувашской республики, но и ряд регионов России. В Москве, Саранске, Казани, Нижнем Новгороде и многих других городах молочная продукция завода «Ядрино молоко» пользуется большим спросом. И это неудивительно. Продукция этого завода высокого качества и создана с помощью современных технологий. Стоит отметить, что в 2011 году было начато строительство нового завода, который был построен за 2 года. Благодаря чему увеличилось количество перерабатываемого молока. Производственные мощности завода позволяют перерабатывать молоко 200 тонн в сутки. Сегодня мы перерабатываем 150 тонн молока в сутки, но планируем к концу этого года выйти на проектные мощности. Сейчас мы выпускаем более 70 наименований продукции. На юбилей прибыло множество почетных гостей, которые высоко оценили работу компании «Ядрино молоко» и тепло поздравили генерального директора и работников компании со знаменательной датой. Так, заместитель председателя Кабинета министров Чувашской Республики, руководитель администрации главы Чувашской Республики Юрий Васильев от имени главы Чувашии Михаила Игнатьева также поздравил с достойной датой и поблагодарил за неоценимый вклад в социально-экономическое развитие республики. Уверен, что впереди у акционерного общества, отмечающего свой знаковый рубеж, реализации новых амбициозных проектов и перспективных планов. Желаю предприятию дальнейшего развития, процветания, а всем сотрудникам доброго здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых свершений. Глава Чувашской Республики Михаил Васильевич Игнатьев. Такая крупная компания, разумеется, богата не только разнообразным ассортиментом, но и работниками с многолетним стажем. Порой они трудятся целыми семьями. К примеру, Елена Васильева, укладчица-упаковщица, работает на заводе вот уже 19 лет, а вместе с ней трудятся 2 ее родные сестры. В праздничный день Елене Васильевой вручили благодарность от главы Чувашской Республики, что стало для нее большой неожиданностью. Елена рассказала, что работа ей нравится, и вся ее семья пользуется продукцией Ядринского молокозавода. Также Елена Васильева призналась, что раньше работать было труднее, но мысли об уходе никогда не возникало. Раньше все мы физически работали, а сейчас автоматика. Сейчас легче. С первых дней на заводе зародился слаженный и дружный коллектив. В этот период на предприятии насчитывалось всего 11 работников. Они принимали молоко, перерабатывали его и производили масло, казеин и сыры. Сейчас в компании «Ядрино молоко» 340 работников. Одна из почетных работников, Надежда Маслова, работает на предприятии «Ядрино молоко» бухгалтером 10 лет. Она рассказала, что работа в такой крупной компании доставляет удовольствие и отметила, что с каждым годом отмечается экономический рост, который в разы превышает показатели прошлых лет. Это и новые экономические программы, и обеспечение, значит, компьютерными программами, то, что внедряется. Много интересного в работе возникает, когда мы начинаем работать с большими федеральными сетями. Это уже как бы всероссийский уровень. Ну, как сказать, очень интересно, и молодежь приглашаем, как бы, чтобы молодые шли, вникали, не уезжали, а закреплялись здесь на нашем предприятии, оставались там, где родились. Здоровый образ жизни набирает свою популярность. Все больше людей стало уделять внимание спорту и натуральному питанию. Реагируя на потребности рынка, современное предприятие по производству молочной продукции «Ядрино молоко» расширяет ассортимент, предлагая покупателю богатый выбор. Таким образом, человек может разнообразить свой рацион, ежедневно включая в него молоко, кефир, творог или любимый натуральный йогурт. Ведь натуральное происхождение продуктов, произведенных в экологически чистом районе России, Чувашской Республики, положительно сказывается на иммунитете и здоровье. Стоит отметить, что 85-летие – показатель того, что предприятие «Ядрино молоко» ожидает еще большие горизонты развития. Анастасия Соколикова, Сергей Михеев. Жизнь столицы.